Сперва для массажа гуаша нам нужно подготовить тело. Разминаем и поглаживаем. Нам нужно тело привести в более расслабленное состояние, чтобы начать работать с крепками. Прорабатываем точки сердца. Сейчас есть перикарда. Чтобы улучшить кровообращение и за счет этого опять-таки размягчить ткани, улучшить их питание. К тому же за счет во время того, когда мы разминаем, можно прочувствовать, какие зоны более напряженные, более уставшие. Где нужно акцентировать внимание, какой участок лучше подготовить. Это уже во время подготовительного массажа руками мы уже можем заметить местами, что начинают проявляться пятна ша, то есть следы, которые возникают в результате работы с крепком. То есть это уже такие покраснения и расширение капиллярной системы. Стараемся не пропускать никакой участок, чтобы полноценно расслабить спину. Прорабатываем все. Перед непосредственной работой с крепком мы уже немножечко делаем расслабляющий массаж. Там уже делаем дренаж, чтобы улучшить воздействие скребков. Начинаем работу с крепком с области шеи. Всегда направляемся от головы к ногам. Движения плавные, очень мягкие. И все это еще и делаем под контролем рук, то есть ощущения. Насколько мышца расслабилась, в каком она сейчас состоянии. Нужно ли еще добавить количество движений или наоборот их уменьшить. Очень часто при воздействии на шейную область можем увидеть следы пятна ша, можно заподозрить головные боли, боли в затылочной области, в шее, усталость, напряжение. Затем мы начинаем работать по позвоночнику. Работать по позвоночнику нужно всегда мягко, без сильного нажатия, легким движением. То есть буквально при воздействии на позвоночник у нас воздействует только вес скребка. В местах особо подверженных напряжению мы видим такие вот следы. Они очень хорошего цвета, то есть их разделяют на то, с какой они плотностью вышли, на цвет, в зависимости от того, какая усталость, какое состояние организма, насколько длительно это было напряжение. И отсюда мы уже
решаем, какое количество сеансов нужно человеку. Группа мышц, которая максимально подвержена нагрузке в течение дня, именно статической. То есть это в неудобном положении, за компьютером, за письменным столом, либо даже стоя. Соответственно, это все на масле, кожа не травмируется. Как правило, это даже безболезненно. Но некоторое ощущение неприятное может возникать. Если на спине мы наблюдаем какие-либо возвышения в виде таких воспалительных процессов, либо родимых пятен, папиллом, соответственно, мы их на них не воздействуем. То есть их обходим стороной, чтобы не навредить и не травмировать кожу. При воздействии на такие участки проекционных зон, например, вот легких, можем тоже иногда наблюдать повышенное количество пятен ша, более ярко выраженных. Это позволяет предположить, что было какое-то легочное заболевание. Не обязательно серьезное, то есть это мог быть и кашель. Здесь проецируется подлопаточная область, непосредственно лопатка, которая в течение дня очень сильно напрягается, именно находится в статическом напряжении, так как в повседневной жизни мы не очень сильно двигаем руками. Прорабатываем область поясницы и верхнюю часть ягодиц вместе с крестцом. На верхней части ягодиц находится точка, которая отвечает за усталость в ногах, за перенапряжение, которое мы обязательно прорабатываем, чтобы снять это напряжение. Оно может быть чувствительно, так как ноги все-таки у нас очень сильно устают, очень часто с ними не так часто работают. Не делают массажи, не снимают нагрузки. После чего мы переходим в такое легкое воздействие, больше расслабляющее, и снятие от плохой энергетики. Завершаем это проработкой рук. Снова прорабатываем точку перикарда. На этом работа с крепком заканчивается, и все завершается расслабляющим массажем. Возможно, возникнет вопрос, для чего вообще-то нужен скребок? Он позволяет именно выявить более проблемные зоны в организме за счет того, что он более твердый. Мы можем гораздо глубже воздействовать. В-третьих, можем работать именно с меридианами, более акцентированно. Следы, которые выходят, позволяют
позволяет нам вывести токсины из органов, то есть из кожи, из мышц, и перевести их в лимфатическое русло и в кровеносное, и уже вывести естественным путем. И там уже укрепляется капиллярная система за счет этого воздействия. Соответственно, укрепляется микроциркуляция, в результате чего происходит улучшение питания, более качественный вывод продуктов метаболизма, воздействие на точки вокруг лопатки, которые снимают спазм, улучшают кровообращение в этой области, потому что на нее все-таки очень длительное такое статическое воздействие идет в течение дня. Вместе с расслабляющим массажем также используем элементы лимфодренажа, которые опять-таки позволяют нам вывести токсины из организма и улучшает кровообращение и лимфообращение. Вытягиваем. Это нам нужно для того, чтобы растянуть трапециевидные мышцы, мышцы плеча, надплечья, снять, окончательно уже снять спазм и напряжение в мышцах. Это массаж гуаша спины. Он дает очень хорошее расслабление мышц спины, дает такой комплексный эффект, то есть это улучшение самочувствия в целом.